Жасмин, ты впервые в Москве? Да, первый раз. И какие же у тебя впечатления? Я в восторге и очень хочу вернуться уже как турист, потому что здесь очень красиво. Несмотря на погоду, на снег, даже то, что здесь холодновато, мне нравится. Очень красиво. Хочется увидеть побольше мест. Жасмин, мы только за. Помимо красивых мест, у нас в России тебя еще вкусно накормят. Ведь растущему организму национальная кухня пойдет исключительно на пользу. Мне очень понравилась курица в жиле. Правда, я не запомнила название, но это было очень вкусно. Запомнить легко. Это русский холодец. Ты еще наши пельмени не пробовала. Ты можешь дать советы начинающим артистам, как добиться успеха? Прежде всего, есть две вещи, одна из которых – это терпение. Иногда путь к успеху очень долгий, может занять много времени. Я выкладывала свои видео на протяжении 5 лет. Вторая вещь – тебе нужно быть собой. Берите на заметку.